чего за медалиста, вон там? Что происходит? Я ничего не вижу за тобой. Хорошо, Радо. Такие конченые, я при забор с... Кого, я не понимаю. Вечер добрый, дорогой друг, с тобой. Чё происходит? И добро пожаловать сегодня стенка на стенку в GTA 5 онлайн. Сегодня будет все то, что ты так сильно любишь. Боль, маты, ругань, страдания, читеры и баги. Серия получилась очень насыщенной и интересной. Читеры? Желаю тебе приятного просмотра. Не забудь про подписку на канал, если еще не подписан. Про комментарий о том, что понравился ролик. И про лайк. Мы будем начинать. И да, зайди интересная на канал, посмотри техника. Другие ролики. Их там много. Газонокосилка? Желаю приятного просмотра. Например. Погнали. Хочу порекомендовать. То есть огромный самосвал тебе не смущает? Не. Боевик, чтобы облегчить обычный старт приятными бонусами. Добро пожаловать! Это стенка на стенку. И не обычная стенка на стенку, а максимально ужасно. Тут квантум, тут би, медалисты Гизари и 3-2-1, поехали! Слышь, я думаю, мы просто, бля, придем. А, это хороший плохой чекпоинт, что ли? Нет, это везде плохой чекпоинт. И везде, короче, меня все-таки влево взглядит. Меня тоже. О, у нас нормальные машинки по итогу, кстати. Пацаны на повестке. Газонокосилки. Все-таки это хороший, плохой чекпоинт. Ну да. Ну, они могут в следующий раз поменяться местами. Да. Хотел поехать, Блэр, меня вытолкали влево. Это хорошо начинаешь на гоночной тачке. Блять, это такое очко, она такая длинная и такая... Ну, потому что они на своей начинали. Ну да. Больная, походу. Мы в подобное что-то играли. Да, нюхай фак. Это я. А, ну тогда не нюхай. Я в конце упал, блядь! Давай, 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 а на чём въехал медалист? Ах, медалист. Да всё, на чём ты ехал, медалист? Я не на газонокосилке, я просто в конце на разделительной. Ой-ой-ой-ой! Да и... Так хорошо ехал. Там ты дрифтишь. Нет, давай разъедемся. Да, тут, конечно, подъём такой. Какой носатый? Ясно, носатый, а я сосы. Но я все равно не особо люблю такие стенки на стенку. Они слишком заморочены, ты слишком напрягаешься на них. А ты засатый. Смотреть, как они страдают, интереснее, чем играть. Окей. Я мог, блядь, причем успеть, блядь, нормально. Кто-то заехал до конца или нет по итогу? Какой доехал? Я на газонокосилке. Би упал в конце, я видел. Сколько ехать, блядь? Ты это баги? Нет, нет, нет. Вы на это сколько едете, сколько будут на газонокосилке ехать? Я доехал, наконец-таки. Помимо. Я доехал. Я седьмой нафиг. Так, ну что? Седьмой? Тринадцатый. Я поеду по ПДД, пожалуй. Нет, седьмой. А, четвертый, ну да. Это список. О, ноу, 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 ноу. Бля, сука, я... Да! Я, пожалуй, постою. Кто? Кто, Би? Я? Почему я? Почему я ехал на... Ты носатый, черт, понял? Ты дебил, на Т-20 еду. Ты носатый уже? Блядь, душники. Давай вместе, поехали вместе пить носатого. А теперь это я. А теперь носатый. Да. Я просто еду, он меня столкнул, блядь. Нормально жив, я думал, что это не это. Пожалуйста, пропустите тут три носатых, блядь. Я вас изиратель. Спасибо, Квантумет. Твой, блядь, там пилот. Давай, давай, медалист, продолжай. Я же... Там пилот. Почему он полетел? Его сзади подопнули. У кого-то жопа горит. Неудивительно, медалист 14-й едет. Бить, валяется, колотить. Молодец. Да нет, медалист, я же любя. Медалист, он мазохист своего рода. Бомбит-то продолжает с квантумом играть. Да. Ты знаешь, что я из-за тебя чуть не сдох. Это контент. Ты зон. А что он сделал? Кто-то задом едет, блядь, на газонокосилке. Антон, на чем едешь, Антон? Так, ты смешно бомбишь. Ты будешь со мной постоянно. Газу повезло, пацаны. Играть, да? Вначале. Хорошо, меня направо запихнули. Я так рад этому несказанно. Тип того. Да, ты сука, Дима, да нет! Да я тормозу, блядь! Вроде не пройду это все. Дизари, я реально тормозил, она меня, блядь, понесла нахуй просто никуда.
Чисто пробка встала такая. Твою налево. Управляешь Range Rover'ом, блядь. Ах, тварь на глазе. Блядь, лучше проедь быстрее. Блядь. Да ты кроме меня, блядь, еще какой-нибудь придет. Ща мопы на мид выйдут. Кроме тебя никто не придет. Опять. Единственный, не повтори. Белас. Пиздец. Под меня, ну на машинка маленькая. Сколько там белосов стоит, охренеть. Зашибись, вода. Сейчас, блядь, подожди. Да ну куда ты едешь, да чучело. Я сейчас, подожди, я просто вижу. Бедный Квантум! Красава! Слышь! Би, сделай тормоз один раз! А я еду заново. Чё шипит, ничего не шипит. Направо или налево? Сейчас упадет он в дырку просто. Тёма, ты не нужен! Я еду, я еду, я еду. Петушиный белаз. Я еду, пацаны, дай его. Ещё и носатый! Там колесо травит у тебя просто. Я еду, вот я сзади, блядь, кто это едет? Ля, он его ещё и столкнул! Эти грёбаные белазы! Я один выжил, я один выжил. Я его не скинул? Вот там, короче, был выбор, или Белаз, или, короче, Бэтмен, и меня... Так вообще, что бесполезно, пока Белаз там все не проедут. Давай меня поехал. Я не скажу. Просто, блядь, что это человек, который это делает, блядь? Я, знаешь, кого у него никнейм? Так свали Белаз нахрен отсюда! Кьюин Танила какая-то, короче, ну что-то делать, зачем охреневшая? И Квантум упал в кольцо. Вот Данила, блядь, меня тоже скидывала. Квант Данила? Она поехала, она поехала. Квунь дрочила, блядь. Ускорение заюзай. Сейчас. Давай, убей, столкни. Он, блядь, после финиша прям столкнул, оранжевый тот. Что ты сигналишь? Едь скорее, Белаз. Вот он, да, вот он, пил. Розовый Белаз. Убей его. Шикарно. Вероника? Поехали. Это не отсюда. Это не отсюда. А вдруг Вероника вездесущая? А кто забил насадку, впихивает всех, не понимаю за что. Он не всех, не всех впихивает, я одного сбил. Сосать я написал. Даня, если ты меня сейчас спихнешь, я не спихну тебя, блин. Хочу насатого. Сначала доедь до чекпоинта, потом уже ходи. Возьму-ка я лучше справа. Я на Бэткаре еду. Би победитель в этой гонке. Спасибо. Да, мне повезло, потому что чувак взял. Белаз, я понял, что Белаз мне лучше не брать. Ни Квантум, ни медалист, ни никто, блядь. Зря он ускорился, мне кажется. А, не, нормально. Би стоит здесь, нифига себе меценат. Я борюсь просто за лидерские эти, я третий. Я седьмой, я сейчас догоню тебя, может быть. А, у тебя рампа, кого я догоню, о чем я говорю, блин? Ребенок Данил сосал, блядь. Нормальная тачка, у медалиста, по-моему, этот был. Кто? У меня тоже Бэткар был, у меня не было... Это так Белаз, который аккуратно взять и подкинуть этой рампой. Было бы хорошо. У него то же самое, что у меня было. А как? Ну то это норм... Медалист, иди... На Квантонита, блядь, давай! Подъёб! Квантонита? Зарик, красава, что здесь будет? О, Т-20, нормально! Ебать, красава! А, это Иксашка. Я прорал. Она не трогает только... Прости! А мне пи***ть, блядь! Я чела в конце столкнул! Антон, так забыл, просто бедолага! Ребята, блядь! Блядь! У меня все вышли! Да, она упала, она упала! Да тут ты сможешь! У меня все вышли! Самая тупая моя, блядь, и библа за меня! Да! Мудак! Муха, ну я доел! Да блядь! Грязный, просто животный, дайте! Вот мог же не таранить его! Ну да! Я, сука, блядь, никогда! Кто орёт? Антон. Орёт. Антон пройти может теперь зато. Я не буду это меня проходить. Меня скинули нафиг. Все, жопа сгорела у Кратоса. Да, что за дебил? Нет, кусок дороги, блядь. Кусок дороги? Галки, нет, кусок дороги. Блядь, на мне кусок дороги. Давай налево, давай налево. А-а-а. Я думаю, что шипит, блядь. Это же кусок дороги. Блядь, меня выкидывает с тачки из-за куска дороги. Блин! Кто такие читеры? Это те, кто использует противозаконный софт в играх. Блин! Именно ему это досталось. Да. Да, естественно. А, у тебя заебись! Меня теперь догнал, это не за медалиста был. Капец! Охренеть! Я не вижу за тобой. Это какого хера? Что это было? Какого ежа? Это трамплин. Это получается трамплин. Обалдеть. Почему я еду в забор? Антон, у него
него, короче, кусок трамплина на нем, и он закрывает весь обзор, и ничего не вижу за ним. Пожалуйста, как он едет? Как он это делает? Нет, куда ты вылез? Там, свали это... свою полосу и сиди там, пока, блин, не взял танк или еще какую-нибудь хрень пожестче. Ты нахуй с забором едешь. Медалист горит. Просто трындец медалиста. Пропустили, блядь! Надо здесь остановиться, иначе нас не пропустят вот эти вот глазы. Хорошо, надо. Уже дерево, уже деревья. А, это деревянный. Блин! За что так жестко? Именно медалисту достался такой подъем. Да. Ну дайте я скипну, я не хочу. Бля, а все? Тут люди до сих пор на глазах гоняют. У меня вся игра с забором, блядь! Жесть! Вся игра с забором. Почему я забором, сука, езжу? Это трамплин, начнем с этого. У меня брус, блядь! Это трамплин, а не брус. Какой, блядь, трамплин, ты посмотри! Где ты? Я не вижу, приедь ко мне. Вначале, блядь, у меня просто коробка на мне, сука. На меня повесили эту хрень. На меня тоже понавесили. Трындец. Скала? А я вообще астероид теперь медалист. Там еще квантонита ждет меня. Уехать, я за астероид играю. Это походу читаки. Походу. Блядь, не такая уж плохая хуйня. Да я вообще ничего не вижу. А если от первого лица? Нихуя не видно. Так он не переключал режим на от первого лица. Да. Нет, это он просто сзади смотрел. Уроды, я просто не вижу, куда еду. Я говорю, надо их ники на куклах писать и протыкать их. Как удобно. И все, и съехал. Тебе нахуй астероид, блядь, что там, к 9 часам надо, блядь, на место доставить или что? Пиздец, кусок скалы огромный. Слышь, я не буду в это говно играть, блядь. Подожди, Дани, я еду. А, тут на встречку выезжают. Ты проедет, блин. Там суперкар зеленый едет. Конченые, блядь, собаки. Велосипед? Нет, тупай там дорогу. Он пропустил тебя сзади? А, фантуньета, вот это. Короче, она меня тоже спихивала на розовой тачке. Ее толкнули, я еду по блокаду, я еду, я вижу чекпоинт. Где этот ебан, который просто испортил, блядь, стенку, нахуй. А теперь пошел отсюда, ты меня, блядь. А что это? Блядь. Вот это вот куски здесь, которые висят. Здесь теперь все не проехать. Я тут помню, финиширует в это время, я беру первый чекпоинт. Я бы, бля, во-первых, бля, самое тупое, что я бы сейчас прошел, если бы мы не начали ехать назад, блядь, и прочей хуйни. Ну, даже с этой саной коробкой. Ну он поставил коробку. Помогает. Да БТР теперь прут по этой линии. Там БелАЗ прется. Как им проехать? Теперь стою, жду. Беспредел вообще. Бля, как БелАЗ пытается. Ага, не хочет падать. А Квантум на велосипеде выбирать не приходится, только ждать и проскакивать. Ты прикинь, БелАЗ из этой коробки проехать не может. Да ладно. Охренеть. А, все. Охренеть, БелАЗы пройти не могут. Тупой, да, читер он просто. Встал, и я не могу теперь нихуя. А что за тачка? Не хочу на БТР ехать. Лучше бы я БТР взял. Газонокосилка. Би, мамаутка, подожди меня. Народ, вы, блядь, увидели эту стенку, но и законченных вы не увидели мой финиш. Потому что, ну вот так вот, блядь, проходить, это нереально. Я тупо не вижу переда, и это полное блядство. Би вообще трындец сопровождает меня. Пока-пока. Пока. Сиди со мной, куда ты выходишь? Да я, блядь, для себя попрощался. Это слышь. На нахуй, посмотри, что у меня на экране, блядь, происходит. Да я видел, о, это Квантонила вышла. У меня астероид был, там вообще ничего не было, видно. А на велосипеде как тебе вот так, бля, проходить? Жесть. Ёбаный рот, медалист. Я не знаю, куда я. Бьют, мамаутка тупо, и всё. Ну вот, стоят дебилы. А где Квантонита? Это кто-то читы заюзал, и теперь на них такая фигня поговная. Ну это, видимо, можно читами как-то на кого-то повесить, видимо. Что за хрень? Ладно, мне остался последний враг. Бля, это походу она и делала, бля, потому что... Медалисту свезло. Мамаутка, если ты рыпишься, я ж сам это, по жизни там вообще тяжело мне будет. Куда ты, мамаутка, не гони на них. Он велосипед, блядь, с вами. Похуй. Дизари, есть просьба. Кто убрал, бля, красавчики? Когда дойдет вот этот синий, его нахуй, чтобы он какой да, синий, вот этот? Вот этот, слышь, перед тобой, да. Тонкий енот там какой-то. Их он убрал, да, все, понял? Ты чувак такой просто взял, запульнул себя. Мамаутка, не быкуй на БелАЗ. О, еще развернись. Мамаутка, езжай. Да, нет, мамаутка!
Преследует Белас! Страшный сон! Газона в косинку преследует Белас! Все, он его замял! Да! Вот козлина! Говнина! Ай-яй-яй-яй! Ах ты мышь огрязная! Кого он хочет? Где оранжевый Белас? Ой, читеры кикнули, пацаны, они, бля, все починили, ебать лучшие. Где ускорение? Хочу ускориться, я хочу ехать со скоростью пьяного пешехода. Можно побыстрее ехать? Бляха, страшно выезжать с этого поворота по внутренней. Контумец, лево или право? Чтобы мне хотя бы не мучиться. Бери БТР, бери, там то, что с водой связано, это бери. Короче, пропускаем дела. Спасибо за подсказку, контумец, бля, от души. Я о, больше нет этих линий долбанных. Поехали, дизайка. Притормози немножко, приедь ко мне назад, то я так далеко, тебе не страшно. Поехали. Трындец, 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 трындец. Доехал. Что здесь будет? Только не Белас. Только не Белас. Ох, не Белас, спасибо и на это. Не, было бы грузовик. Спасибо, Дизари, спасибо всем, кто сбивал меня. Спасибо медалисту. Ну там видела Белас справа тем, кто брал, доставался. Да. Ну, Дизари, едь вперед, проталкивай. Чтоб мы проехали. Контумец изящно избегает Белаза. Чё? Он изящно избегает ездить на Белазе. О, да. Да на нем сложно. Он хоть и большой, но медленный очень. Дизари, нахрена ты убил невинного? Дизари, ты быкуешь, это всем страшно. Ну там, всё, я сделал. Лямчик на Белазе прошел, он третий, кстати, едет. Подача не удержаться, тут небезопасно, у него кто воткнется. Лямчик бомжару теребит. Привет. Пипец. А, это гонка. Бедный лямчик, бедный бомжара, бедные все. Христос. Бедный снег, порог. Я так и знал, что не надо стенку на стенку. Сука. Из-за этого он квантум врезался, отпружинил и скинул одного велосипедиста. Да, и чуть не скинул медалиста на велосипеде. Жучок. Есть, я взял бронетранспортер. Ну пожалуйста! Ты на БТРе медалист, назад. Там сильно не парься. Ну там этот хуй, он тоже мне может помешать, спасибо. Там тоже никто никому не мешает. Мне может помешать. Уже бы, бля, хотя бы пройти. Я помогаю до сих пор. Тут 23 человека осталось из 30. А мы с Ви работаем на служебных автомобилях, как бы. А вы на этих, на назад? Я же за тобой еду, Дим. Да, мы с тобой вдвоём. Я уже 40 минут ездил, считай. Не, я, наверное, минут 30 ездил на одной машине. Сука, как же это жестко. Пацаны, проеду. Кто взял самосвал, так и остался на самосвал. Я быстро удастся ездить, рампа. Протиснулась рампа такая, просто вне очереди. Изящно так. Да. Снизу. Красавчик. У меня поднырнула. Машинка. Это просто мясное дело какое-то, очень мясное. Сначала скидывал, было весело. Так, я так понимаю... Всегда было больно. Хоть бы не га... О, БТР, нормально. А что здесь слева было? Велосипед. Или мотоцикл. Я бы ехал сюда. А что ты это самое, да? Бля, Влади собака, он перепрыгнул и упал. Нет, дядь, давай к ним. Нормально. А то он скинул, сука. Медалист ты какой? Никого не скидывал. Просто проехал. Паска, выезжай. Дай проехать. Блядь, я вел брат. Ванила какая-то. Да, бля. Пиздец. Я почти проехал бетерку. Ура! Пиздец, зато я слился, блядь. Ну. Это адская стенка на самом деле. Да, это быстрое дело. О, 17 чекпоинт, пацаны, 18-19, прошел, все. Имам, взрывы. А, это конец. Ура! 19-й, 20-й. Аллилуйя, это 21-й, и финиш, пацаны! Финиш! А почему он еще и первый? Все! Ну его подождали, я так понимаю. На стенку в GTA 5. Как тебе ролик? Жесть, конечно. Какая, блин, это душная трасса-то. Ну вот поэтому я говорил, что они не очень веселые. Когда по прямой там, да, когда она быстро, ты ее можешь быстро проскочить, но из-за всяких заковырок не можешь быстро ее проскочить, это как-то весело. А когда она такая нудная, медленная, вся вот, просто какая-то толкотня непонятная, невеселая происходит. Такое. Спасибо за просмотр, надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока.